что хотели, сделали, даже больше. Мы участвуем уже в двух фестивалях. То есть, мне кажется, у нас все пошло на настолько высоком уровне, которого мы не ожидали. У нас молодой перспективный художественный руководитель, который планирует уже деятельность на долгие годы вперед. У нас активная труппа, ребята, которые также хотят работать, они стремятся вперед. У нас огромная поддержка Департамента культуры, ТЮЗа, Госуниверситета Воронежского и лично Елены Николаевны, и Дмитрия Александровича. То есть у нас, мы сейчас в такой ситуации, когда, в принципе, только развиваться и надо, чем мы и занимаемся. И сегодняшний кастинг показал, что все-таки ребята талант. Талантливые стремятся сюда, и они понимают, что их ждет дальше. Я надеюсь на самое лучшее, на самое светлое, что в самое ближайшее время у нас будут уже гастроли где-то за пределами Воронежской области. Нарьель, давно сгромоздясь, позавтракать было совсем уж собралась, да позадумалась, а сыр во рту держала. На ту беду лисиц в лесад близехонько бежал. Вдруг сырный дух лису остановил. Лисица видит. Сыр! Лисицу сыр пленил! В принципе, я изначально думал то, что если я приду... Вообще, изначально это было как бы... Я хотел перебороть свой страх. Выйти на сцену, то есть рассказать, чтобы в будущем быть готовым к тому, что я буду выступать на сцене, и мне уже как-то была какая-то уверенность во мне. Вот. Я выбрал профессию актера, то есть играть в театре. Поэтому сюда я хочу... прийти, попасть и именно сыграть там вроде как бы в ТЮЗе будет спектакль. Может быть, не матом, но послать так, но я... Грубо. Я объясню, чтобы вы были другой. Хотите матом, это абсолютно нормально. Хотите не матом, но грубо. Ах ты ж мерзкий негодяй, пошел вон отсюда! Как высокопарно. Ага. Как интеллигентно. Ага.